что ж, дорогие любители планерного спорта, 1007 километров мы пройдем маршрут, если вернемся на аэродром. Вот. А это вот не факт. Видите радугу красивую? Вот нас от дома отрезало огромным количеством гроз. Вот один блок грозовой. Ох ты ж, блятушки. Вон второй. Между ними дырочка. Мы в любом случае идем на дырочку, потому что нам садиться в пустыне Калахари негде. Вот. И у нас запасной аэродром Сишин. Вот та Сишина у нас уже и долет, и все, что хочешь. Я набираю максимально возможную высоту, сколько вообще здесь могу. То есть уже невзирая ни на время, ни на что. Вон какая радуга красивая. Вот. И дальше мы рвем когти отсюда. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Посмотрите, как летают сказочные долбоящуры. Есть вопрос. А что делать? Домой тогда отлететь? Посмотрите, что сзади осталось. Такая чупа. Та-та-ра-там. Та-та-ра-та-та-р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 а
Только что была настоящая боевая молния. Да. Денег мой в нулях фигачит. Ба-бам, пара-пам. Высоту мы не теряем. Пролетели мы 1008 километров. Но сейчас лучики еще сделаем. Судя по тому, как мы хорошо идем, мы под базой. У нас прилетит высоты 600 метров при приходе. А, нет, 1200 вообще. Сейчас мы еще и дунем. Та-та-ра-та. Вот как это выглядит. Слева дождь. И справа дождь. И сзади дождь. Мы сегодня слетали в пустыню Калахари на самую страшную дистанцию, которая только может быть, на которую я летал. Было 300, что-то там 30 километров было от дома. Это пустыня, где жизни нет. Если там сядешь, все, я ку-ку, а у нас с собой пол-литра воды на двоих. Та-та-ра-та-та-та-ра-та. И мы домой летим. Посмотрите, какие космочки. Па-па-па-пам. Та-бара-бара-бам. Как повезло, что у нас тут дырочка между двух гроз есть. В эту дырочку мы, смотрите, у меня план. Выскакиваем на ветреную часть грозы. И сейчас до нее как дунем. Аж дым пойдет. Сейчас высоту-то не теряем. Видите, нули. Все в нулях. Ах, красота. Вот люблю я такие всякие эксперименты. Самое главное, что как технично прошли, а? А там, видите, солнышко еще. И времени-то еще полно. Мы еще километров 150 дунем. О, плюсы идут. Прям супер. Прям супер. А, вот так вот. Ну, на самом деле, что я могу вам сказать? Грозу летать нехорошо. Может быть, молния. Она может стукнуть в планер. И, в общем, будет дамба. Поэтому никогда не летайте в грозу. А если летаете, то осторожно. Как вы? Смотрите, как вы остановились. Посмотрите на эти кадры. Вот мы под всей тучей уже прошли. Сейчас будет зона подъема достаточно энергичного. Нам будет подниматься-то уже некуда. Слушай, а мы в запретку не улетим? А, не, не улетим, мы параллельно идем, нормально. Во. И у нас сплошной подъем, еще 5 километров еще прет. Во. Давай-ка, до 120 сбрасывай, 120. Посмотрите, какие все-таки потрясные виды. Еще не вечер, мы еще зажжем. Мы еще продолжим. Трам, где-то там наш аэродром. Аэродром наш, да-да-да. А давайте один прыжочек я сделаю быстренько. Посмотрите, как красиво. А откуда мы прилетели? Да-да-да-да-да. Вот с того света. Видите, был свет, можно сказать, в конце тоннеля. Та-та-ра-та-там, вот откуда мы пролетели под этой страшной тучей. Надо еще решиться было на такое. А мы решились. И оказались в выигрыше, потому что пролетели. Ну и было понятно, что пролетим. Вот 5 километров когда у вас, как можно не пролететь? А сейчас мы сделаем еще лучик вдоль этой облачной системы.
слетаем еще километров 100. Этот грозовой фронт портил нам жизнь, но не нам жизнь, немцам жизнь портил целый день сегодня. По той простой причине, что он сформировался достаточно рано, где-то в районе 2 часов дня он накрыл полностью аэродром, и не было ничего хорошего. Мы же форсировали этот фронт в районе аэродрома Дуглас и ушли вот, куда правое крыло показывает, пустыми Калахари. Там весь день было сегодня хорошо, без осадков, красиво. Блин, нифига себе, тут поточек взяли. Нечаянно. Посмотрите, настоящая кимберлитовая трубочка с добычей алмазиков. Гляньте-ка. Вот они, алмазики тут вот. Прячутся каратики. И самое главное, что у нас аэродром чист от грозы, и можно с радостью на него, так сказать, прилетать и приземляться. Вот, рождение радуги. Ну как рождение? Мы просто зашли в то место, где пересекаются лучи солнца. И, собственно, тот угол преломления, который нужен, достигается у солнца и нашего взгляда. Пошла двойная радуга. Радуга через молнию, вы сейчас только что наблюдали. Еще одна радуга через молнию. Жахает красиво. Причем жалко, что слишком светло, потому что если было бы чуть потемнее, то молнии бы вы видели лучше бы. Вот сейчас, да, две радуги, двойная радуга. Говорят, что бывает три, но три недавно сфотографировали, но пока только две. Вот, кстати, справа тоже осадки. Почему? Потому что, вот видите, с правой стороны тоже радуга. Мы сейчас зайдем немножко в зону осадки, в капельку. Аэродром наш, вот он справа, Куруман, он сейчас увидим, справа от радуги. Так что там все чисто, гроза к нам на аэродром не пойдет, потому что ветер сильный, 55 км в час, он нам сейчас попутный, поэтому просто ветер грозу не пустит. Хотя она так может достаточно долго стоять. О, а слева возникла какая-то супер радуга. Смотрите, какая супер радуга, она прям безумно яркая на фоне грозовых облаков. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это слева было. Справа радуга продолжается. Вы можете наблюдать. Мы можем назвать этот полет, это видео, гонка между радугами. Между радугами. Очень красиво. Прямо на фоне земли. Радуга такая. Эй! Ну, в общем, очень познавательные полеты. На самом деле, картинки сегодня давали развитие дня, и было понятно, что есть довольно существенная вероятность, что к вечеру, как сейчас все выглядит, так все и сложится. То есть, ну, я не скажу, что угадал, но вот чувствовал, что оно так будет. И был запасной аэродром Сишин, пытающийся, что приземлились, если бы здесь была гроза. Вот, собственно, было понятно, что до фронта можно будет дойти, набрать высоты и всегда дойти до Сишина в этом случае. То есть риска особого не было. Ну а с точки зрения красоты маршрута, он просто потрясающий. То есть это вот сегодняшний день, он максимально техничный. То есть вот несколько принятий решений, как обойти фронт, как там, куда первый луч маршрута сделать. То есть вот сегодняшний день он интересен такими именно решениями, как, исходя из текущей погоды, что-нибудь придумать интересное. Ну и мы, конечно, под вот этот вот чемодан уже не полезем. Потому что даже с учетом моей смелости, она не бесконечная. Там сплошная чернота и... О, молния была. Даже непонятно, что творится. Сейчас попробуем еще раз снять его молнию через радугу. Так, я смотрю по высотомеру, и у меня запас высоты огромный, что можем пока прогуляться таким курсом. Ничто нам не мешает. Даже под дождиком, и так дождик там даже не мешает тоже. Блин, молнию бы вам снять еще. Цены бы этому полету не было. Была молния, но слабая. Хочется побольше. Но такому удалению с грозы молнии не бывает. Поэтому мы летим безопасно. Вы не думайте, что мы тут рискуя жизнью вам какие-то там красоты пытаемся показать. Покажите молнию аэродром. Вот, с правой стороны, сейчас я крен сделаю в одну сторону и противоположную. Вот сейчас крылышко ровно на аэродром покажет. Вот он, оп, правее города.
Вот. Видите, на аэродроме все спокойно, все свободно. А маршрут наш был, вот видите, облака дальние. Вот мы вот так вдоль горного хребта шли далеко-далеко-далеко в сторону Дугласа. Потом вот этот фронт, вот этот чудовищный фронт, он только формировался. Мы его прокололи сегодня. И он ушуршал на Куруману, здесь, наверное, бушевала вода и прочее. Вот. А потом мы так это все обошли красиво, подождали, пока все сдует. Короче, я горжусь сегодняшним полетом. Вот если вы хотите посмотреть на гордого волка, вот он. Эй! Вот это, два, это шахматная партия. Вот сегодня партия. Идеальный полет. Ну вот, крайний взгляд вам в ужас, который царится. Я не представляю, передает ли вам камера, как там страшно. Но вот поверьте, там просто страшнее страшного вот в этом месте. Вот. За сим я думаю, пора откланиваться, молнии больше нет. Ну, бывает. Дела. My face is red blue. Whoa.